Другим темам. Марганец в русло реки Ульбы сбрасывали с очистных сооружений Риддерского горно-обогатительного комбината на востоке Казахстана. Причем показатели сбросов почти в 5 раз превысили предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде. Факт загрязнения окружающей среды выявили эксперты регионального департамента экологии. Сейчас деятельность предприятия тщательно проверяется. Руководство ГОК выплатит 50 миллионов тенге штрафа. И это далеко, кстати, не первый подобный случай. В сентябре прошлого года Казцинк уже штрафовал на 49 миллионов тенге за утечку отходов в реки Филипповка, Тихую и Ульбу. Штрафы были за загрязнение водного объекта Чешинского рудника. Там протекают две реки, Граматуха, это там было превышение. Итого 50 миллионов 81 тысяч штраф было наложено, уже оплачено уже.